Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Давайте посмотрим, что здесь новенького нам добавили в магазине. Или ничего не добавили, сейчас мы это и увидим. Так, скинчик Погром, да? Недавно добавили ему стиль Яростный, извиняюсь. Ну... Даже не знаю. Чем-то прикольно выглядит. Так, рюкзак оставили. Один такую вариацию. Как бы не стали стиль добавлять на рюкзак именно. Так, ну женский стиль, не знаю. Даже мне как-то старый больше нравился. Новый какой-то, не знаю, еще непонятный стал. Ну ладно, тем не менее, на скинчики добавляют стили. Может быть, некоторые не очень удачные, да, к примеру. А некоторые как бы ничего добавляют. Ну, допустим, он как на женский стиль, да, вот разруха. Как-то старый даже был получше. На мужской тут нету разницы, что как бы старый, что новый, они примерно одинаковые. Так, ладненько, погнали дальше. Дельтахлам. Собрали из того, что было, да? Ну, в принципе, прикольненько смотрится. Такая турбина типа от самолета. Всякие тут крылья самодельные делали. Ну, так, прикольненько, да. Кирка рубила. Вообще, ладно, труба какая-то, блин. Нож откуда-то найден. Ну, да, тоже склепали из того, что было. Прикольно. Кирочка такая даже... Звук, не знаю, может быть такой средненький. Может, правда, такой, как бы острие тонкое, как бы такой звук получается. Ну, так вообще прикольно выглядит. Так, что у нас дальше в магазине? Вернулся боевой карась. Ну, не знаю, как по стилям, почти одинаковый вообще. Короче, допустим, предыдущий, да, карась, который был, там хоть стиль, они реально были разными. Обычный карась, карась-пират, карась будущего, там... кто, короче, купил во время турнира, да, либо до этого, дали стиль еще, как бы, ну, кибер-карася. Такого. А здесь, да. Ну, карась, как бы, карась, он прикольный, но стили такие однообразные. Только головной убор меняется, и все. Как бы, не знаю, не очень-то вот это. Рюкзачок прикольненький, да. Обертка, ну, ничего особенного, такие просто пузырьки, да, добавлены и все, и вся анимация слабенькая, какая-то оберточка, могли бы что-нибудь получше сделать. Так, демон, да, довольно-таки большой такой скинчик, ну, так и на любителя, скажем, скин такой, кирка его прикольная такая. Ангел. Ну, прикольненький скинчик такой. Довольно-таки. Единственное, что вот крылья большие, когда просто вот за них не очень видно. Бывает, когда целишься, да, вот. Бывает, мешает. А так, в принципе, прикольно. Оберточка такая приятная, довольно-таки белая такая, с золотыми вставками. Кирочка тоже неплохая. Луч света. Такое свечение, как бы звук, приятные удары. Ну и сама по себе так прикольно выглядит. Так, барракуда. Ну, стиль головного убора просто меняется и все. Вот и все стили. Обычные маски, все. Рюкзак, ну... маленький такой, ничего особенного, но ей, в принципе, идет нормально. Морской черт. Вот морской черт всегда прикольный скинчик. Вот. Даже получше, чем барракуда будет. В маске прикольный, без маски довольно-таки прикольно сделан такой. Костюмчик и маска тоже довольно-таки неплохо так выглядит.
такой типа респиратор на рот, а тут было такие типа очки зеленые. Не, прикольно это. Рюкзачок, да, поприкольнее все будет. Тут какой-то маленький такой, а это такой с ножами, типа флаг такой болтается. Прикольно. Тройной крюк, ну, кирка, конечно, такая необычная, но... Ну, ничего особенного не такого нет. Рыбьи зубы. Ну, тоже не скаут. Нет такого сильного впечатления. Вот реально. Есть кирка, это 500 реально, который, ну, прикольно выглядит, как бы, и даже, может, дешево за ней даже. А за эти ничего особенного. У них нет такого. Так, Левиафан. Вообще не понимаю этот скин. Что сказать, ничего особенного нет. Рюкзак вообще довольно громадный, куда-то такой вообще большой. Ну, ладно, в принципе, тогда только начинали клепать скины, да, третий сезон был. Тут когда претензий особо нету, как бы еще опыта не было у них там, у эпиков. Клепание скинов. Так, магма. Прикольный. Оберточка, вот она как бы эпическая. Сейчас, конечно, есть обертки за 500 редкие. Даже покруче выглядят, чем вот эти эпические. Ну, эпические давно уже не появляются, потому что редких очень много стало. Реально, которые даже получше выглядят, чем эпические. И дешевле, почему они стоят. Но, тем не менее, магма так довольно-таки прикольная обертка. Так, эмоция без костей. Нечеловеческая гибкость. Ну так, прикольненькие эмоции, прикалываться. Так, Аташа. Довольно-таки неплохой скинчик за 800. Так, саксофонист. Чем-то прикольным, так. И потанцевать, и... Типа сам музыку проигрывает. О, пицца! Нет, прикольная эмоция. Вкусненько, да? Ам-ням-ням-ням-ням. Если она остыла, то, в принципе, призрачный гонщик может сразу же ее подогреть, жуя пока. Так, ну и что, спецпредложение, уже третий день, призрачный гонщик, наборчик классный довольно-таки. Рюкзак, сам призрачный гонщик, кирки, я не знаю, так и ничего не поменялось, так он и бьет одной цепью, вторая цепь либо исчезает, либо просто болтается. Ладно, байк, в принципе, ну, поиграл. В принципе, неплохо. Когда он только раскрывает, он как бы встает так на дыбы, да, держась за руль, а потом просто на нем стоит. Как на скейте. Ну, оберточка, да, прикольненькая тоже. Также можно купить по отдельности все, но по отдельности это не очень выгодно. Потому что тут как-то довольно-таки дороговато получается все. Даже сам скин купить. Кирку это получается уже довольно-таки дорого. Дешевле купить набором. Так, ладненько. На этом магазинчик все. Поддерживаем тык автора. Поддержка это приятно. Так, так, конкурсы все. Скины исчезли, так ничего лайков и не набрал нужное количество. Осталось только один конкурс, Battle Pass. Если наберет 113 лайков, то тогда разыграем. А так, я не знаю, ну, активность была очень вялая. Так что, стартер пак только один мы разыграли на 50 лайков. Я даже не знаю, есть ли смысл то вообще розыгрыши делать. Ну, что-то там запариваться для вас. Если все равно, как бы, лайков не набирает. Ну, не знаю, еще посмотрим подобное. Ладненько, на этом все. Ставим лайки, оставляем комментарии. Обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровы и счастливы. Все, всем пока-пока.